Всем привет, друзья! Вы на канале Рыбак 87, моя жизнь рыбалка. Сейчас я приехал в Чапаевские луга Самарской области на вот такой вот великолепный волжский затон. И цель моей рыбалки сегодня — половить на фидер разную белую рыбу. Этой рыбалкой я хочу закрыть фидерный сезон 2024 года. Вот именно об этом, о ловле мирной рыбы на фидер, мой сегодняшний интереснейший выпуск. Давайте начинать. Поехали! В общей сложности, друзья, дорога от города Самара, где я проживаю, до Чапаевских лугов Самарской области, недалеко от города Чапаевска, заняла около 1,5 часов. И по расстоянию это примерно 85-90 километров. Сейчас мы подъехали вот в такое вот замечательное озеро. Это большой залив, затон, где, в принципе, заходит на зимовку разная белая рыба. Акцент я хочу сегодня сделать на ловлю подлещика, густеры, ну, возможно, плотвы. Если совсем повезет, то иногда здесь попадается хороший крупный подлещик. Пойдемте выбирать местечко. Вот, думаю, здесь мы и остановимся. Смотрите. Уже осень, можно сказать, середина осени, а вода еще достаточно зеленая, поскольку очень сильно цвела летом в жару. Стоячий водоем, в принципе, затон с глубинами 2-3, ну максимум 4 метра. Обитает здесь самая разная, как мирная, так и хищная рыба. Раннее утро, только-только встает солнышко, ну, думаю, пора начинать разбирать фидеры, мешать прикормку и начинать рыбалку. Пожелайте мне ни хвоста, ни чешуи. Перво-наперво, конечно же, я замешаю прикормку. Я не устаю повторять, что при ловле белой рыбы огромное значение имеет прикорм. Наверное, друзья, вы и сами это прекрасно знаете. Взял я вот таких вот два пакетика прикорма Дунаев, плотва и универсальный. И также самое главное, особенно осенью или весной, когда холодная вода, это добавление в прикорм животных насадок. Что же я сегодня добавлю? Купил я вчера в зоомагазине вот такого вот мотыля мороженого. Живого найти не смог, кормового. Это, наверное, сейчас можно сделать у нас в Самаре только на птичьем рынке, а возможности съездить на птичий рынок у меня не было. Поэтому добавлю мороженого. В принципе, он достаточно нормальный. Видно, что не так давно был заморожен. Тут вот около 100 грамм этого мотыля. Я думаю, что он мне сегодня поможет по-любому привлечь того же самого подлещика. Вот, 100 грамм мотыля я добавил. И сейчас высыплю еще пакетик прикорма плотва. Вот, около 2 килограмм прикорма у меня получилось. Думаю, на рыбалку это более чем достаточно. Добавляю водичку в прикормку и медленно мешаю. Стандартный, в общем-то, процесс замеса. Ловить я сегодня буду на фидер Профи 2.0 от фирмы Волжанка с тестом 40 плюс грамм. На этот фидер я повесил 4000-ную катушку, на которой у меня намотана монолеска диаметром 0,23 мм. Вот сейчас как раз я ее буду пропускать через кольца.
теперь моя цель выбрать точку ловли. Для этого на свой фидер я повесил вот такое вот маркерное грузило, которым я пробью дно. Поскольку конкретно в этом месте я никогда не был в своей жизни. Я не знаю, где здесь бровка, где здесь глубина. Сейчас буду все это выяснять. Делаю заброс. Какой же здесь рельеф дна? Здесь идет, наверное, процентов 80-90 ил. Вот посмотрите, как сгинается кончик. Вот как раз мой грузик зарывается в илу. Но временами встречается и ракушка. Вот, как раз вот сейчас, вот смотрите, раз, протянулась. Вот как раз на этом переходе с ила на ракушку я и заклипсуюсь. По дистанции это где-то метров 35 от берега. И глубина там, вот как раз вот на этом переходе, где-то 2,5, может быть, 3 метра. В принципе, не очень много, но на такой глубине живет бель. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Сейчас буду закармливать. Теперь надо закормить точку ловли выбранную. Кормушечек, наверное, прям 8-9 заброшу, чтоб уж наверняка рыбка подошла. И закрытие сезона получилось удачным у меня. Пошла первая. Вот такая дистанция. 35 метров. Восьмая. Вот, наверное, хватит. 8 кормушек забросил. Вот она упала на дно, чуть-чуть жду. Чуть-чуть начинает прикорм растворяться. И резко его выбиваю. Тем самым закармливая точку. Ну все, теперь можно одевать поводок, насадку и пробовать ловить. Надел поводок. Надел уже насадку червя. Кстати, из насадок у меня сегодня классический набор червь и опарыш. Для осени, для холодной воды это прям классика. Ну еще, конечно, классика это мотыль. Ну, как я уже говорил в самом начале, мотыля я нигде не смог найти утром и вечером в рыболовных магазинах. Ни мелкого, ни крупного. Вот пришлось замороженного хотя бы взять, чтобы в прикорм добавить. Ну что, забил я первую кормушку, насадил насадку. Первый боевой заброс. Поехали. Вот как раз положил в ту точку ловли, куда и кидал до этого кормушки. Кормушку я повесил 22 грамма. Для стоячей воды и для такого водоема это как раз сам то, что надо. Вот, натянул я свой квивер-тип и ожидаю первую поклевку. На червя почему-то поклевок долго не было. Поэтому сейчас я попробую опарыша. Насадил 3 личинки, забил кормушку и очередной заброс. Вообще уже, наверное, кормушек 5. Там прикорма лежит. Пора бы уже рыбке подтянуться. Прошло с момента закорма первой моей кормушки, наверное, минут 40-45. Пока ни одной поклевки. Ну, осенью такое бывает. Это не лето, это даже не весна, когда рыба активна. Осенью рыба достаточно флегматичная. Ее надо постоянно чем-то удивлять, постоянно подбирать к ней подход, что я сейчас пытаюсь сделать. Поклевка, поклевка. Есть! Есть, друзья, первая рыбка. Вот, насадил опарыш, тут же поклевка.
Важно подобрать насадку. Да все важно. И прикормка, и место, и насадка. Первая рыба. Это вот такой вот подлещик. Грамм, наверное, на 200-250. Ну, с почином. Ну вот, достаточно нестандартная ситуация. Честно говоря, такое у меня, мне кажется, впервые. Минут 40-50 я перебрасывал свою снасть, свой фидер с червем. Даже несколько раз обновлял червя, насаживал нового. И был уверен, что это сегодня будет лучшая насадка, на которой будет по-любому клевать. В итоге поклевок так и не последовало, и я насадил пучок опарыша, 3 штуки. И вот буквально через там 2-3 минуты происходит поклевка и подлещик, который мне попался первый. Вот такая вот ситуация. Червь полностью игнорировался подлещиком, а на опарыш рыба взяла. Я надеюсь, он был не последний, еще будут у меня поклевки. Ага, ага, ага. Есть еще поклевка, друзья. И снова хорошая, в принципе, рыба. Даже, наверное, покрупнее первого. Да и поклевка, в принципе, такая уверенная. Хороший загиб. Да, хороший подлещик. Однозначно крупнее, чем первый. Это грамм под 400 уже. Отличный. Красавец. Он как заел опарыша. Значит, он здесь опарыш предпочитает. Забил новую кормушку. Насадил пучок нового опарыша. И заброс. Важно попадать именно в одну и ту же точку. Еще поклевка. Еще рыбка. В этот раз поменьше. Хотя тоже так. В принципе, неплохой подлещик. Грамм 200. Как первый. О, такой вот. Красавчик. Опять на опарыша. Уже можно с уверенностью говорить, что сегодня червь не работает, а опарыш работает. Великолепная сегодня погода. Настоящее бабье лето. В середине осени. В принципе, тепло. Где-то 10-11 градусов сейчас. Такая вот обстановка здесь вокруг. Ярко светит солнышко. И я ловлю рыбку на фидер. В принципе, не сказать, что прям очень частые поклевки, но уверенные. Дожидаюсь нового подлещика. Есть еще поклевка. Ну вот, можно говорить уже, что подлещик подошел и встал на закормочную точку. Снова это подлещик. Снова не очень большой. Такой 200-250 грамм. Но не может не радовать то, что рыбка начала ловиться более-менее стабильно. Подобрал я насадку. В принципе, и время прошло уже достаточно много. И рыбка подтянулась, и начался хороший клев. Подлещик идет в садок. Поднялся сейчас ветерок на водоеме. Ну, в принципе, он сегодня не сильный, поэтому не мешает ловле. Так приятно. Попахивает прикормом, друзья. Жалко, камера не передает ароматы и запахи. О, тем временем кто-то шевельнул у меня
разочек. Кстати, прикром у меня с ароматом шоколада. Вот прикром плотва, который я показывал в самом начале видео, он как раз имеет запах шоколада. А по холодной воде шоколад, в принципе, хорошо работает. Из моей практики это могу сказать. Еще, конечно же, по холодной воде отлично работает вкус чеснока. Если говорить, какие еще вкусы работают при кормке, то, наверное, конопля, укроп, анис. Вот эти вот ароматы, в принципе, можно использовать по холодной воде. Как сейчас вот, наверное, вода градусов, ну, не знаю, 12, может, 13. То есть уже прям прохладная. Кстати, кто не подписан на мой канал в Дзене, обязательно подписывайтесь. Там я делюсь не только видео, но и теорией. Пишу разные статьи, в том числе вот на тему прикормки, на тему, какие ароматы, например, работают по холодной воде. Теперь все внимание на квивер-тип. Ага, шевельнуло. Давай, давай, давай. Вот, друзья, начинает. Давай, поуверенней. Вот все-таки накладывает отпечаток осень. И холодная вода. Неактивно. Клюет он очень часто. Вот что-то на крючке все-таки. По-моему, небольшая сейчас рыба попалась. Да, это самый маленький подлещик на сегодня, друзья. Прям такой маленький. Такого я, наверное, даже отпущу подрастать. В ожидании новой поклевки на водоеме в Чапаевских лугах. Это такой затон от Волги, но до русла Волги здесь достаточно далеко. Если плыть, например, на лодке, идти по воде, то, наверное, километров 10, а то и 12 до основного русла. Как я уже говорил, здесь фактически весь видовой состав обитает Волжско-Каспийского бассейна, ну и за исключением, наверное, сама, судака, тех рыб, которые живут именно на течении. Там галавль, чехонь здесь, наверное, не обитает все-таки. Вся остальная рыба здесь присутствует. Плюс еще здесь много линя и карася. Иногда даже сазанчик попадается. И находится этот водоем прямо вот рядышком с городом Чапаевском. Буквально тут, наверное, километров 5-7 до Чапаевска. Я же жду поклевку. Честно, стал клевать чуточку хуже. Вроде бы в какой-то момент клев активизировался. Казалось бы, вот-вот, прям сейчас попрет. Жор, можно сказать. Но нет, сейчас опять как-то на убыль пошло. Возможно, сейчас надо будет поэкспериментировать с насадкой. Попробовать снова насадить червячка. Может быть, аттрактант еще какой-нибудь попробовать добавить. В общем, что-то придумывать надо, чтобы этот самый клев активизировать. Ага, дернул. Давай поактивней, давай, 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 давай. Вот прям раз, раз и все. Да, вот такой вот осенний фидер, друзья. Не все здесь так просто. Это не июнь и даже не август, когда выехал в любое место, кинул. И что-нибудь обязательно будет клевать. Тут осенью все достаточно сложно. Поскольку рыба сбавляет свои обороты и достаточно пассивно.
Есть. Взял. Взял, друзья. Нормальный размерчик, по-моему. Но они, в принципе, здесь все стандартные. 200-400 грамм. Вот в этом диапазоне ловятся подлещики в этом затончике. Вот очередной такой красавец. Есть. Еще поклевка. Только кинул, прям буквально пару минут фидер постоял. И уверенный загиб квивер типа. Снова подлещик. Что удивительно, ни одной другой рыбы нету. Вот такие вот подлецы ловятся сегодня. Очередная кормушка полетела в точку ловли. Ну, в принципе, закрытие фидерного сезона удается. Не могу сказать, что на славу, но самое главное, поклевки есть, рыбка есть, что не может не радовать. Кстати, несколько человек проезжало, они вообще без рыбы. Если ловить на грубые снасти осенью, то поклевок может вообще не быть. У меня же поводок 0,12 и маленький крючочек. Сейчас вот насадил бутерброд, червь-опарыш. Поклевка прям последовала буквально сразу. Снова ту же самую насадку сейчас я насадил. Вначале сажаю червя и потом уже опарыша. Одного, там максимум двух. А вот и сами Чапаевские луга, друзья. Это обширная территория ниже города Чапаевска, где много затонов, заливов, лугов, полей, ну и разных водоемов. Вот по типу такого, на котором мы сегодня и рыбачим. Такая вот осень в Самарской области. Ага, дернуло. Кстати, экспериментировал я с длиной поводка. Стайл и длинный, 50, 60, 70 сантиметров. Стайл и совсем коротенький. Ну, в итоге остановился на среднем. Есть. Пока я вам рассказывал про поводок, друзья, происходит поклевка. И очередная рыбка на моем крючке. Ну, а поводок длиной у меня в итоге где-то сантиметров 40. Для стоячей воды, на мой взгляд, это оптимальная длина. О! Смотрите, как опять заел. Нравится подлещику мое угощение. Кстати, ловлю я сейчас на бутерброд. Забил кормушку и заброс. Что меня больше всего удивляет сегодня, то что кроме подлещика так мне ничего не попалось. Сейчас мною поймано, наверное, штук 15-16 подлещиков в диапазоне 200-500 грамм. И вот другой рыбы так и нет. Хотя обычно здесь и плотва часто попадается, и густера, бывает и карась. Даже линя я здесь ловил. Ну вот сегодня вот так. Видно, какая-то миграция проходит. И именно стая подлещика сегодня стоит вот в этом конкретном месте. Такое осенью частенько бывает, что попадаешь на ход именно какой-то конкретной рыбы. Вообще сегодня я провел великолепный день на природе, в Чапаевских лугах, и половил подлещика на фидер. Сейчас, наверное, еще минут 30, может быть, 40. О! Поклевище было! Чуть не прозевал. Заговорился я здесь. И есть.
успел подсечь. Хорошая рыбка. Достойно сопротивляется. Подлещик опять. И опять стандартного размера. Есть. Какая мощная поклевка была. А вот сейчас взяла прям нормальная рыба. Или мне кажется. Сейчас посмотрим, уже вот рядышком. Да, покрупнее предыдущих. Чуть-чуть, правда, но покрупнее. О, грамм 400, наверное, подлещичек. Ну что, друзья, наверное, вот на этой вот хорошей рыбе я буду завершать мою сегодняшнюю рыбалку. Сейчас я вам продемонстрирую улов. В общем, закрытие фидерного сезона сегодня получилось на славу. И мне удалось поймать вот десятка-полтора, в принципе, хороших подлещиков. Как я уже сказал ранее, кроме подлещиков ничего не попадалось, но, в принципе, я рад вот этим вот рыбкам. Некоторые здесь рыбы прям около полкило. Надеюсь, друзья, это видео с Чапаевских лугов Самарской области вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на все мои каналы. Я есть на Ютубе, на Рутубе, на Дзене и ВК-видео. Также 24/7 вы можете общаться со мной и смотреть мою повседневную жизнь в Телеграме. Обязательно подписывайтесь и на него. Ну а эта рыбалка и это видео подходит к концу. Всем огромное спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся, как всегда, по традиции, в моих новых выпусках на водоемах средней полосы России. Всем не хвоста, не чешуи, друзья. Пока!